Хай! Желаю успехов тебе, Макс Вехов. Подписывайтесь. Подписывайся на мой канал, будь в курсе моих новостей. Так, вот OLX. OLX, OLX, OLX. Ёбаный OLX. Без мата с ним никак. Вот у меня тут активных 50 объявлений. Еще я работаю оператором на репетиционную базу. Банкнота 5 рублей 47 года. Избранные произведения Жаров, 2 тома. Цены вообще тут. Вот я смотрел Жаров, 2 тома. 40 гривен всего. Они в идеальном состоянии. Я вот, смотрите, вот сейчас наберу и покажу. Вот я набрал в гугле. Вот, смотрите. Вот. Вот ссылка на мой YouTube-канал. Сразу, видите, в первых рядах. На OLX больше никто не продает такое. Вот. А вот эта книжка на Ozon.ru, сколько она стоит. Вот, 353 рубля она стоит. 353 рубля в гривне, сколько это будет. Сейчас посчитаем. 353 рубля в гривне, вот. 353 рубля в гривне. Нажимаем. Сколько это по деньгам? Сколько? 350 рублей в гривне. Перевести, блин, заебали уже. Вот, 143 гривны это стоит. У меня, блин, 40 гривен стоит. Что никто не покупает? Вы что, вообще уже бескультурные стали? Или нищие такие, что даже за 40 гривен не хотите купить? Или типа, оно вам не надо? Ну да, конечно. Вот, избранная В. Инбер. Вот книжка тоже, например. Вот, 30 гривен только у меня вот есть, да? Ну, вот, 50-й год. OLX, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Так, а вот она на Озоне. Посмотрим, есть она вообще в наличии, интересно. 201 гривна. О, 201 рубль, фу. Вот, 201 рубль она стоит. Это получается, сейчас 200 рублей, да? 200 рублей в гривнах, вот, давайте. Оно пишет 2000 рублей, ну, блин, заебал этот. Ой. Ну, получается, 92 гривны оно стоит. 2000 рублей 923, а 200 рублей это будет, вот, 200 рублей в гривнах, давайте так. 92 гривны стоит. У меня дешевле все равно, по-любому. У меня стоит оно 30 гривен. В 3 раза дешевле. Ни хрена себе. Так что у меня, вот смотрите, собрание сочинений, Станюкович, монета 1 копейка 45 года. Продажа доставка питьевой воды, самая низкая цена. Вопросы психотерапии, функциональных расстройств, редкая монета 50 копеек 92 года, 4 ягоды и 8 насечек. Не магнитится. Редкая очень, кстати, да. Галактики знакомые, звукосниматели, Бесерич, воскресшие боги, Леонардо да Винчи, вообще книжка нифига себе, не знаю, сколько даже стоит сейчас. Времени нету сейчас искать. Ну, короче, Гейна, монеты, мышь, общая химия, история философской мысли, пластинки Петра Чайковского, Лебединое озеро, продам чайник, вон, смотрите, перегородки грецкого ореха, виниловая пластинка, красная шапочка, диск строк, это рэп, фужон, рок-рэп, винила пластинка приключения Брауна Мюнхгаузена, грецкий орех, компакт-диск фирменный Death Metal, криминал, емкость для заморозки, рубанок времен СССР, Ив Монтана, опавшие листья, мои авторские работы, лейбл CyberMax Digital, емкость на 2 литра, емкость на 2,75 литра, Suffocation диск, Mercenary диск, Shape of Despair, форма для выпечки, Cowfinger, Hypocrisy, Morbid Angel, Hihivai, Slice of Life, Torn Apart, банкноты по 100 рублей 91 года, Противогаз, опять мои авторские диски, Torn Apart Stone, профессиональная видеосъемка. Вот, вот это мои работы. Вот, ролик о чем?
Аварах времени снова. Заебали. Вот пишут всякую дрянь. Вот пишут, куплю. Блять, я там в каждом объявлении указал телефон. Звонок на 099-199-58-88 ускорит нашу с вами сделку. Нашу с тобой сделку. Блять, конченые, сука, люди, блять, заебали. Вот я залез на стойки, смотрите. То есть, не знаю, буду я получать письма, не буду. Раньше можно было, по-моему, отключить такую функцию идиотскую, как получение писем. Вот, захожу, уведомления, и вот, смотрите, я все подключал нахуй, блядь, видите, нету, вот, новые объявления, ответы, нахуй, я не знаю, это типа оно или не оно, мне, я лучше, люди, звоните мне на телефон и все, будем общаться, смс-кой можно переправить и реквизиты, и скриншоты по Вайберу можно. Так что скайп можно установить на телефон. Ну, я удалил скайп свой телефон, потому что он, блядь, весит 120 метров. Нахуй нужен, блядь. Вот. Так что я в одном из своих роликов говорил, что я эти товары продаю до Нового года, а потом их всех буду на своем канале уничтожать и снимать на видеокамеру. А вот вам мотивация от меня. Жить своей жизнью и заниматься своим любимым делом. Ты завтра сдохнешь.